Уже неоднократно поднимался вопрос в отношении сотрудничества и рекламы на моем канале. И сейчас я хотел бы вкратце рассказать о том, готов ли я сотрудничать или нет. В отношении рекламы я сразу скажу, что нет. На данный момент на моем канале пока не будет никакой рекламы. В отношении сотрудничества тем фирмам, которые производят препараты, я тоже сейчас отказываю, потому что на самом деле, даже заказывая у проверенных производителей, от партии к партии бывают результаты, к сожалению, абсолютно разные. И тем более в одном городе на одних насекомых препарат может действовать просто идеально, в другом городе к нему насекомые уже привыкли и абсолютно никак не действуют. К тому же резистентность может выработаться даже и в одном городе, буквально в соседних квартирах. Поэтому в отношении препаратов я скажу четко нет. Но со мной прекрасно можно сотрудничать тем, кто производит средства индивидуальной защиты. Это перчатки, костюмы, различные респираторы и противогазы. Также я готов с удовольствием взять на тест, на эксперименты оборудование для обработок. Это опрыскиватели, бензоопрыскиватели, помповые опрыскиватели, ранцевые, генераторы холодного тумана, генераторы горячего тумана. Но я сразу же скажу, что все, что я возьму на тест от вас, я буду об этом говорить только правду и все по-честному. То есть, если оборудование на самом деле очень хорошее, я об этом, обо всех его плюсах досконально все расскажу. Причем я им поработаю достаточно продолжительное время и обо всем этом опишу в видео. Но и о недостатках я тоже обо всех расскажу. Поэтому, уважаемые производители оборудования, средств индивидуальной защиты и так далее, если вы готовы мне предоставить на тест ваше то, что вы производите, то я с удовольствием возьму. Дмитрий, компания Мир ДЭС.